There's a fire, burn the fire brigade. Help our souls tonight. We're losing this fight. Oh, help our souls tonight. Всем привет, дорогие друзья, я снова в каточке, и, короче, смотрите, я в каточке, да, записываю, да. А почему ж так? Потому что меня не записывался сейчас микрофон, и сейчас мы доиграем. Колода, короче, называется Дабл Принц с големом, очень крутая колода, я ей поднялся просто на изи. Сейчас я покажу, как ей надо играть. Голема пускать не будем. Лучше вот это пустим. Это пустим. Хорошо. Дефаем. Изи деф. Ну, можно уже начинать. Поехали. Еще одну дашь? Еще одну. Молодцом. Так. Сейчас двойной элик будет. Надеюсь. Ой, блин. Зачем я зап кинул? Все, минус голем. Вот это вот я тупо мучил. Конечно, вот тут я тупанул. Ну ничего, сейчас вот сейчас. Вот сейчас и будет. Двойной элик как раз. Пожалуйста, убей. Хорошо, все, теперь нормально. Теперь я так и чудовищно не израсходую зап. Пожалуйста, можно побыстрее? Опа, на раз. Пожалуйста, успей. Принцы! На. Есть. Хорошо. Это шашлындос. Давай досвидос, пожалуйста. Не горе, не будем деф. Думаю. А вот это вот мы задефаем. И изи, просто видели? Я просто на двойном эликсире разорвал его. Правда, там еще и половину одного, когда первая так получилась, там еще не двойной был. Но вот тут просто на изи. Вот, как я поднялся, да, я сейчас на уровне джунглей есть. Вот победа, поражение. Ну, это в 2 на 2. И потом победа. И тут ничья, первый бой. Давайте сыграем еще одну карточку. А арена в джунгле, 9-я арена. И сейчас еще одну победу. И давайте 7-й, 8-й. Мне, конечно, попытались 9-й еще. Пускаем темного принца. Смотрите, если у вас на прокрутке нет сборщика эликсира, то пускайте темного принца. Если того и того нет, то пускайте, что первый выпустит противник. А вот это сейчас плохо. А вот это хорошо. Нет. Блин, мегаминьон бы поближе бы. Это что за дракончик? Блин. Что, блин? Вот что делает плохой фарт. Просто, если бы был коллектор, я бы его поставил и все. Вот так я говорю, камень. Я говорящий мальчик. Принца. Чтоб он не поставил танка. А вот твой танк. Не слышу. Хороший, да? Так, он мне не дает сборщик поставить. Все, ставим бочь Элика. Поставим. Это очень сильный соперник.
Потому что у него шарик есть. Шарик, блин, воздушный шарик. Хорошо. Слава богу, это не на электронике. Вот. Так вот ставим. Поехали. Ставит ведьму. Ставим принца. Ставим еще вот этого. Баллончик. Пожалуйста, успею? Тут все стянуть. Добро. Пана раз, опа на два, опа на три. Скелетики минус. Как у него два сплэша? Две армии скелетиков. Минус вышка. Идем на ту вышку. Блин, по кривому пустил. Блин, это минус вышка, да? Что по кривому, блин, пустил? Да, пацан хороший попался. Попался хороший пацан. Офигеть, у него смайлик. Намок. Он мне просто не давал вначале ставить бочек эликсир. Давайте, он мне еще ни разу первым не выпадал. Давайте вот так сделаем. Вот так. Темный заменять. Иди, это темный принц. Один принц у нас вверху. И вот. Все, бой. Пожалуйста. Дайте первый сборщик. Да почему сборщик? А нет, меня уже бомбить начинает. Из-за этого сборщика. Так, я в плюсе по элику. Вообще на немного, на одну целую. Ну, в каком-то хотя бы плюсе. О, здорово, принцесса. Здорово, принцесса. Пожалуйста, тыку. Эх ты. Даже не знаю, что сейчас пулять. Вроде бы надо пулять вот это. У-ху-ху! Да, надо было. Надо просто было. Ой-ой-ой-ой, как инферно ставится. Мне ж радостно стало. Просто идеальная инферно ставится. Я офигеваю от этого. Идеальных инферно. Так вот. И копим на сборчик. Надеюсь, это все задефает. Задефает же? Куда оно денется все? Я не понимаю этого пацана. Он совсем чокнутый, чешо. Мне вот это только интересует. Он совсем чокнутый, чешо. Ну, давайте поставим уже. Големчика-чика. Мега. Муху. Бой. Так сразу. У него тоже? Интересно. А что это, колода как у меня, что ли? А вот это вот еще интересно. Вот конец корпоратива. Вот куда вы погнались? Господи, вот это все стягиваем. Стянули. На трешку идем. Это скорее всего три. Зап. Ну все, это три короны. Изи. В двойном элике просто раздаваю. Ну, четыре персонажа. Уже сердится. О, экономная игра.
Вот это еще хорошо. Ну давайте еще, 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 еще. Вот. Покажи эту карту. 4 вида. Редкая. А что? Блин, все обычные запрашивают. Ну давайте, последний бой. И будем заканчивать. Последний бой на арене Чунги. А что пускать? Ну блин, почему? Нет! Пожалуйста, принц, давай! Я в тебя верю. Но, красаво! Красавендель просто. Крендель. А вот это можно сейчас с больше, если он атаковать будет, надеюсь. Не таким жарким прямо. Ух! А так слегка. Да слегка атакует! Офигеть можно. Блин, зашквар выбрал свою колоду. Теперь дефайся, братан! На! Почему ты так много урона получил? Где-то там осталось. Она тебе... Ты наступишь на нее, принцесса, и развалишься. Ненавижу ее. Ту всадницу. Выполняем нормативы. Но зачем он магического ставит? Итак, минус вышка. Нет. Минус, блин. Хорошо. Нет, не убьет. Нет, лишнего. Он вообще не нужен. Блин, это сейчас был обман назад. Голема ставим. Я уже забыл про этот двойной эликсир. Давайте. Привет, дровосек. Пожалуйста, побыстрее. Можно побыстрее, можно побыстрее. Всех стянуть, всех стянуть. Опа, на раз. Опа, на два. Пожалуйста, быстрее, быстрее. Хорошо. Водочку пива, водочку пива. Хорошечки. Сразу, блин, с мостика голема. Прикол. Ой, спасибо. Как же он мне помогает сейчас? Это все стягиваем. И минус 2 башни. Блин, столько юнитов выпустил. И сразу вторую с голема, с мостика. Ну, он что-то скелетиков на мостик сразу выбросил. У меня еще есть дракончик, он не понимал. Короче, будут, наверное, видео реже выходить. Потому что у меня сломался микрофон. Особенно по КС. КС у меня вообще не... А что, я сразу 2 забрал, да? КС у меня начал вообще так люто лагать. Вы не представляете. Надо бы принца запросить. Чтобы у меня был 8. Ну и все. Ну что ж, дорогие друзья. Над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексей. Всем удачи. И пока. Go!